Что? Слушай внимательно, слушай команду. Поспели ее. Бог. Дендов Ильдар представляет спортивную школу номер 12. Ему 16 лет. В ринге был 20 поединков, 15 одержал победу. Тренирует под руководством Нуриева. Хорошо. Стоп!
Сегодня мы говорим, как продолжение боя готовится Махмутов Нагис, строитель. Ему 17 лет, боксом занимается 5 лет. В ринге провел 27 боев, 20 лет держал победу. Имеет первый разряд. Является призером Республики Татарстан 2020 года. Тренируется под руководством Антипова. Единогласным решением судей победа одержал боксер Красного угла Нисабудинов Ильдар. Спортивная школа номер 12. Махмутов Нафис, строитель, награждается за третье место. Награждение проводит рефери данного поединка.